Вообще не успеваю зайти в комнату. Лера меня остановила, говорит, стой, подожди. Минуту. Идем смотреть, что ты там приготовила. Итак, не знаю. Вау. Серьезно? Ты мила, очень мила. Бля, реально круто. Сейчас для тебя тоже будет небольшой сюрприз. Так, у меня тоже есть подарок новогодний. Но я дарю его сейчас, потому что нужно использовать уже с этого момента можно, с этого дня, с завтрашнего дня. Поэтому ему лежать нет смысла. Жди. Я его прятал, чтобы ты там не увидела его. Я вот так вот покажу вам. Мне. А тебе вот же. Зай, ты что, вообще кукол? Что, мне померить? Ну, не знаю, все ли он носит. Я не знаю, как он носит полотен. Это он переживает, что я не болел зимой. Да. Надо посмотреть. Ну, вообще, наверное, вот так как-то вяжется. Да, типа на год, да. Под куртку, на куртку. Оригинал, оригинал, кстати. По-любому что-нибудь скажут, блядь. Да, оригинал. Я думаю, мне Маша поможет выбором. А у меня, короче, телефон, интернет кончился, деньги закончились. Я просто стою, блядь. Блин, он, то, что он большой, очень теплый будет, но как бы от него толк. Офигеть. Ну все, попозница пополнилась в Энгельсе. Все поверили, да? Тебе это понравилось? Да, ты че? Ну я взял, чтобы подо все подходил к тебе. Ну да. Сейчас думаю, бежевый какой-то или розовый, не знаю, да нет, тебе понравилось прям. С ним что угодно, можно его и на голову так завязывать. Ну его и на голову завязывать, да. И за шею обвязывать, как вместо шапки, типа платка. Да, только у нас в Энгельсе никто не поверит, что это не откуда-то с ярмарки. Ребятки, всем привет, сейчас выйду из подъезда. А я уже еду на работу в Димином подарке. Вот смотрите, какой он красивый, блин, как мне приятно. Ну и в общем, это, ну, я не знаю, блин, мне так приятно, потому что это моя первая брендовая вещь такая, дорогущая, реально дорогущая. И я знаю, что он это сам заработал своим трудом. Он не мажор, как многие считают, там пишут, я видела в комментариях, да он мажор, он не мажор, он сам зарабатывает, никто ему денег там не подсыпает, ни родители, никто. Он такой теплый, я в смысле вот даже куртку не застегивала, его одеваешь, и он просто капец какой теплючий. Вот, ну, в общем, едем работать шоу-балетом. А вечером мы пойдем наконец на Человека-паука. Я очень хочу, просто говоря, там такая пушка, просто. Мы идем в кино, наконец-то. Я 100 лет не была в кино. Да. С Димой мы ни разу даже не ходили в кино, представляете? Мы почти 5 месяцев вместе, а мы ни разу не были в кино. Пипец, конечно.
сколько добавляешь? А? Нет. Сахара сколько? Два. Может, там добавим? Где ты там будешь добавлять? Давай там. Ну, потому что сейчас надо узнать, пустят нас по этим фоткам хотя бы, или еще домой надо ехать. Короче, мы не знаем, пустят ли без паспорта, без удостоверения личности, просто по QR-коду. У нас QR-кода есть, вот, у меня паспорт есть, а Дима забыл права, и паспорт у меня дома. Сумочку забыл. Все как обычно. И ездит без всего теперь. Вот, а потом мы поедем мамусю забирать. Она, мне кажется, так обрадуется, что я приеду не одна. Она так его ждала за день до того, как Дима приехал. Я ее спрашиваю, говорю: Амалия, ты знаешь, кто завтра приедет? Она: да. Я говорю: кто она? Ди? Я говорю: да. Она такая обрадовалась. Я говорю: как ты скучаешь по Димину? Вот так себя обнимает. Я уже жду, когда она научится говорить полностью Дима. А она не хочет, это у тебя кликуха такая, Ди. Ты ничего не понимаешь. Потому что Алена, она же говорит, а она. Короче, я в шоке. Во-первых, это лучшее, что это я смотрела. Это лучший фильм, что в последнее время, что был. Это просто такая череда событий. Я так охеревала от последней части «Трансформеров». Я прям сидела, думаю: твою мать, ну это в смысле просто. Я вообще такого не ожидала. Вообще, вот посмотрите, мы не будем спойлерить, потому что я прям охренела. Я прям реально, я и плакала даже сидела. Она и плакала, и смеялась. Там просто, я сам сижу, у меня полфильма просто мурашки, в смысле, потому по телу. Я не знаю, я типа фанатка вот этого всего Марвела, и я Человека-паука все части смотрела, и этих всех смотрела, как и Железного человека, и кто там еще. Это, короче, Марвел. Короче, просто фанатка Марвела. Все. Это, блядь, это просто слов нет. Вот, понимаете, кто вообще это придумал? Они, блин, гении просто. Если они это придумали, все изначально вот так завернуть, это вообще... Просто надо посмотреть, это просто нужно серьезно посмотреть, это просто... Вы не пожалеете, сколько... Они боди, серьезно. Я не понимаю людей, которые говорят такие: не, ну да, клевый фильм. Серьезно, он... Это все, ладно, вот. Самый прикол, что если вы так вы просто, что вы увидите там, вот, это нужно смотреть людям, которые понимают уточку в Марвеле, и кто смотрел до этого все части, все да. Смотрел. Тогда вы просто охереете. Вы охереете, серьезно. Там момент такой один, прям, я прям аж сижу в мурашках, и думаю, да не ладно. Такой. Вот. И в конце, короче, все знают, что, ну, кто любитель Марвела, что в конце есть пасхалки. Типа, ну, после титров есть пасхалки. Я это узнал в году 15-м, когда мы первый раз пошли на Марвел. Мы, короче, просто остались такие, что-то, не помню, чем остались, долго одевались, по-моему. И просто, хоп, пасхалка, мы такие, чего? Я не знал, он мне сейчас и все. Сказал, она такая, что, пойдем? Я говорю, а пасхалка? Она такая, в смысле? Я говорю, ты чё? Я выключала всегда и уходила нахер. В общем, в конце каждого фильма у Марвела есть какая-то либо пасхалка. И там была пасхалка, ну ты не поняла, типа им сказали, да, типа нужно лететь да, то-то, да-то. Да, да, да. Короче, вы увидите сами, это нужно просто видеть. Я в шоке. Мы едем за Мусей. За Мать. Надеюсь, она удивится. Меня и трясло. Я вообще так переживала это и плакала. Дима говорит, ты что плачешь? Потому мне что правда, это супер. Вообще кайф. Холодно там сейчас будет. Так, 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 так. И мама.
Ты обниму так. Кто я тут приболела, тут Лера говорила. Да, конечно. Заразная, ну моя ж не заразная. Ну одевай ее. 2 недели уж прошло. Просто мало ли. Чтоб тебя не заразить. Сейчас так смотри, шоки, это что, иллюзия, мне кажется. Соскучился? Конечно. А, глаз не отрывай. Я так одеваю, потому что это бывает поднимается. Ты поедешь домой? Да. Зашли, слышала, она такая сразу. Ди. Привет, мы сейчас будем собирать елку, снимать для вас новогоднее видео в промежутках между моей бешеной работой. Вот еще успела приготовить мяско, должно быть вкусное. Сейчас будем собирать. Всем привет. Амалия там стоит. Мы пришли, она спала. Вот, и в итоге она проснулась. Какая красивая елка, даже не наряженная. Моя любимая. Поэтому я забрала ее у Виталика из дома. Я думала, забирать или нет, но как бы он не против был, поэтому я ее забрала. Очень красивая. Мне нравится, что она такая, как ель. Вот здесь сверху. А внутри для большей пышности вот эти штуки сделаны много. А со стороны кажется, что она вся как будто еловая такая. Доброе утро, Амалия. Амалия, доброе утро. Привет, помаши. Неважно. Мы уже вот ее нарядили, чтобы елку наряжать. Но настроение у нее, конечно, очень переменчивое. Опа. Мы это тоже будем сейчас кушать. Сейчас на желточки закинуть отдельно. Дай погладить. Оп. Что, будешь, Амалия? Оп. Попей водички. Водички попей.
night before Christmas and all through the house. Not a creature was stirring, not even a mouse. Лер, пару слов. Ты же сказал, больше не будешь пить. Это вновь я нечем быть. Узнай, не беси меня. Ты же сказал, больше пить никогда не будешь. Что вчера было? Меня заставил. Не ври. Не вру. Он меня реально заставил. Я ему говорю, все, Зай, я больше не буду. Он, пойдем шампанского выпить. Заставил, я тебе предлагал. Ты меня заставлял, я говорю, нет. Сейчас просто мое лицо видите, нет? Я что, еще будешь шампанское стаканчик сначала? Нет, нет, я говорю, ну хорошо, нет, так нет. Ты говорю, будешь? Да, буду, пойдем. Нет. Мне сейчас, говорит, правда, пи***ть будет. Ну, ничего страшного, я же рядом. Ну, пойдем. Мы елку собирать будем. Игрушки все лежат. 26 елка стоит. 26 декабря, на секундочку, сегодня. Димка, вас, наверное, 30-го работать поедем. Да? Да. Танцевать буду. Поймет наконец-то всю эту движуху, кипишуху. Все, а ладно. А еще елку собирать. А? Да, елку собирать. Да. А еще 29-го поедет на меня смотреть в Росинку. В Росинку. А, там, короче, одень спортивки. Вы из спортивки отжигать, чтобы с контингентом встретиться. Ну не прав, там банкетный зал. А-а-а. Это же не самой Росинки, а с банкетным залом. Поснимаешь как раз вот премьеру нового номера. Если честно, как-то попадаюсь. Мне так хреново работал на... Страшно. Сидит такая сейчас, знаете, что-то она сидит. Вот что, это плохо стало. Рассказать вам? Утро. То есть, ну, утро, да? После гулянки. Говорю, давайте поедим пельмешки с бульоном, похлебаем, все дела. Да, хорошо, давай. Начала есть пельмени, хочу грибы. Угу, ладно, я это пропустил, наверное, хочу грибы. Поела грибы, еду стало плохо. Легла на кровать. И говорит, дай шоколадку. Дал ей шоколадку с чаем. Это похмелье. Ага, Лиза говорит, блин, говорит, я хочу корнишоны. Типа, только, говорит, не смейся, хочу корнишоны. Не смейся, потому что я знаю, что ты сейчас опять начнешь. Ты, наверное, беременна. Я просто хочу корнишоны. Я уже их хотела, потом ничего, я не была беременна. Ну и все. Вы верите ей? Сейчас же начнется, а вы что, не предохраняетесь? Вот я и не верю. Вот просто. Все опять в комментариях засыпьте. В смысле, ну как бы вот три штуки на один раз, я считаю, предохраняться. Не фокусируется. Может, ты пьяненькая, не можешь гамать твое лицо? Я уже не пьяненькая. А утром бутылку шампанского, кто похмелился? Да ты меня бесишь, опять начинаешь ты вот херней заниматься. Постолом меня там пина, потом, ой, она меня по столом пинает. Все, выключай камеру. Я с тобой не разговариваю. Time of the year now, you got people falling in love. It brings you good cheer now, when that mistletoe is above. Can you Santa driving the sleigh, or was it the Grinch and he got away?
Kevin's alone, not acting afraid. Never get a white Christmas but today. Snowflakes falling down, it's Christmas time. But you're not here right now to put up the lights. The candles on the mantle, they don't flicker like they used to. With the snowflakes falling down, it's not Christmas time without you. Now, and this cold town's not quite the same. I wish you were here now, by the fire stoking the flame. Can hear Santa driving the sleigh, or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid, waiting for a white Christmas and today. Snowflakes falling down, it's Christmas time. But you're not here right now to put up the lights. The candles on the mantel, they don't flicker like they used to. With the snowflakes falling down, it's not Christmas time without you. No, 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 it don't feel right without you. No, 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 it don't feel right without you. Snowflakes falling down, it's Christmas time. But you're not here right now. Put up the lights, the candles on the mantel, they don't flicker like they used to. With the snowflakes falling down, it's not Christmas time without you. No, 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 it don't feel right without you.